Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я представляю банк «Ренессанс Кредит». Здравствуйте. Да, это я. Мы подготовили для вас кредит на специальных условиях. А мне не нужен кредит. Алло, а мне не нужен кредит. Я не просил подготавливать его. Михаил Вячеславович, согласитесь, что деньги лишними не бывают. Да нет, мне не нужны деньги. Я же не просил вас. Мне не нужен кредит. Михаил Вячеславович, обратите внимание, что сейчас вам доступна возможность оформления кредита по сниженной ставке. Девушка, мне не нужен кредит. Кредит не нужен мне. Ни под какую ставку. Я вас не просил, чтобы его подготавливали мне. Обратите внимание. Также вам предварительно одобрена кредитная карта. Девушка, мне не нужен ни кредит, ни кредитная карта. Я же вам говорю. Согласитесь, ведь комфортно иметь дополнительный кошелек. Мне не нужен дополнительный кошелек с деньгами, мне хватает денег и так. Мне не нужен кредит и кредитная карта. Согласитесь, это здорово, когда не нужно. Наша карта имеет ряд плюсов. Вы понимаете, что мне не нужна карта? Мне карта не нужна ни с плюсами, ни без ни с минусами. Просто не нужна. Спасибо вам большое. Не нужна карта. И кредит не нужен. Наверняка у вас есть планы, которые вы откладывали на будущее. Вообще ничего не откладываю. Сразу все реализовываю за наличные деньги. Кредит не нужен. И карта не нужна. Какой-то период кредитования 145 дней. Девушка, да мне не надо. Вы меня слышите? Ни карта, ни кредит не нужен. Купите у меня собаку. Собаку купите у меня. Собака умирает. Я не знаю, кому продать. Сможете купить ее? Не могу с вами на личные темы разговаривать. Почему? Ну, это не личная банка. Пускай охраняет вас. Не вешайте трубочку. Купите, пожалуйста, у меня собаку мертвую почти. Она скоро умрет. Я разговаривать с вами на личные темы я не могу. Так вы со мной сейчас... Вы со мной на кредитную карту. Это не личная тема, что ли? Это же моя личная тема. Зачем вы со мной на кредитную карту разговариваете? Это же моя личная тема. Причем вам раз в 7 сказал, мне не нужна ни карта, ни кредит. Купите у меня собаку мертвую. Мне жалко ее. А никто не хочет забирать. Банк будет охранять вашу. Купите. Дополнительную заявку на кредит надо. А вам собака дохлая нужна? Бесплатно отдам даже уже. К сожалению, с вами на личные темы я не могу разговаривать. А я тоже не могу с вами разговаривать на личные темы. Кредитная карта – это личная тема. Ну, к сожалению, тогда мы с вами дальше не можем продолжить. Ну, так я вам это давно говорю, что мне ни кредит, ни карта не надо. А вам же хрен что докажешь. Собаку купите лучше у меня мертвую. К сожалению, я не могу с вами на личные темы. Ну, тогда до свидания. Ну, а что же звоните, не готовы купить собаку, а звоните сюда. Ну, что же такое? Всего доброго, до свидания. До свидания.